Можно ли похудеть без тренировок? Похудение без тренировок, естественно, возможно. Главный смысл похудения, чтобы через еду заходило энергии меньше, чем мы тратили. Наше тело всегда чуть-чуть тратит, даже если оно просто лежит на диване, и мы плюем в потолок. Наше тело тратит определенное количество энергии на собственное энергообеспечение. Поэтому затратная часть есть всегда. Остается только получать из пищи чуть-чуть меньше, и в эту разницу тело будет брать из себя, из запасов жировых, так будет происходить похудение. То есть дефицит калорий достигается двумя величинами – питанием и подвижностью. Подвижность условно уже есть у нас, питанием ее можно сделать уверенно. Когда мы добавляем тренировки, мы увеличиваем затратную часть, соответственно, похудение происходит быстрее и тело становится упругим. В этом отличие похудения с тренировками от похудения без тренировок.